Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И что ж, сегодня у нас последний день открытого бета-тестирования игры The Crew 2. Мы с вами в Лас-Вегасе. И сейчас мы тут сделаем заезд на лодках. Говорят, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Но на носу гонка, и они узнают все. И там, где она пройдет, дорог нет. Представляешь, лишь пруды да каналы. Может встретиться парочка корыт по дороге. А что, это круто. Раньше здесь никто не проводил гонки. Гонка на лодках в сердце пустыни. Безумие, но потому оно и сработает. А потом будет гонка на самолетах в Лас-Вегас-Трип. Не, этого точно не будет. 3, 2, 1. Объединим усилия и сделаем классную гонку. Не расскажешь, зачем нам гонка на лодках в пустыне? Тебе идти в ба-банк. Попробуем идти в ба-банк. Идти в ба-банк нам по-прежнему не на чем. У нас по-прежнему очень слабый катерок. Да, друзья, это очень забавно, когда ты перемещаешься на какую-то точку, находясь в катере, и тебя высаживают прямо на асфальт посредине Лас-Вегаса. Ехать мы, естественно, никуда не можем, но это забавно. Участник дорожного движения. Yeah.
Итак, друзья, мы с вами немножко в другом месте, и бить мы будем с вами не бакины, а мы будем совершать побег. Есть тоже такое задание. Попробуем убежать от настигающей нас волны. Впереди едет призрак. Призрак лучшего игрока. Похоже, мне надо поддать газу. За нами, как видите, на мини-карте красная волна, которая нас накроет, если мы не будем от нее убегать. И она, естественно, чем дальше, тем быстрее идет. Все. Все, после моста нас накрыло, но тем не менее, я так понимаю, это наш собственный лучший рекорд. Если мы посмотрим, да, у нас 71 место в мировом рейтинге. Вот, а среди друзей друзья не бегали от волны. Ну, довольно интересная дисциплина. Если мы посмотрим на карту, есть еще такие. Оно весело делается, когда у вас более-менее прокачанный кораблик. Когда кораблик не очень прокачан, это все весьма печально. Так, а вот здесь это веселое задание битье бакенов. Давайте сюда и переместимся. Оно довольно забавное и оно симпатичное ночью. Это задание, когда эти бакены все горят. Нам надо разбить как можно больше бакенов. Единственное, я не поняла, вот эти вот, они то ли сбавляют нам очки. В общем, на красные лучше не наезжать. Как-то так. Я так думаю. Так. Просвистали мимо. Время идет. Цель достигнута. Чем больше очков, тем больше рекордов. Денежки нам прибавляются стабильно, вот сколько за заезд есть, 1891, столько и прибавляется нам денежек. Так, ну это мой личный рекорд, и никто из друзей тут не бакины не бил. Ну, вот как я и говорила, довольно интересно. А вот этот самый розовый фламинго, друзья, который... мы так безуспешно искали, и чтобы его сфотографировать. Я думала, что прежде всего, конечно, эти птицы надо искать на воде. Так, и если вы хотите сделать снимок, то здесь есть вот такой фоторежим. И уже в этом фоторежиме вы можете делать все, что хотите. Крутить камеру. Поднимать ее выше, ниже. Так, это у нас кем? Чем делалось? Вот так вот. Ну, соответственно, ловить эту птичку в объектив. Так, предположим. И делать с нее фотографию. Но, опять же, это когда на заказ. Поэтому я, честно говоря, этим делом не занималась. Ну вот, пожалуйста, вам розовый фламинго. И, в принципе, его можно было сейчас и сфотографировать. Здесь довольно широкий спектр всяческих прибамбасов для этой камеры. Можно менять масштаб. Вот, приближайте этого фламинго, как хотите. Так, грязь. Показать машину. Это если у вас машина в кадре, окружение. Можно менять время суток. Фламинго может летать у вас на рассвете. Кстати, очень красивая подсветочка его перенья. В любое время суток, дня и ночи. Пожалуйста, ночью. При свете луны.
очевидно, на закате. Мне так кажется, что симпатичный цвет. Ну и, соответственно, менять тут все цвета. Можно сделать его красным. Менять насыщенность, яркость, экспозицию. Жалко, что нету цветов. Ну, в смысле, более тонкой настройки, что ли, цветовой. Но это, опять же, на любителя. Так, ну, а здесь можно лого менять, включать, выключать или ставить свой тег. Например, вот так вот. Ну, и, соответственно, вот тоже делать какие-то такие... Я всегда добавляю синий, синеватый оттенок, потому что, как мне кажется, здесь немножечко не хватает синего. Ну и стиль, пожалуйста, сколько угодно, можно тоже баловаться для любителей. Художественной фотографии. Так, я обычно еще немножко добавляю сюда виньетирование. Так, вот. Наклон. Ну вот. Теперь мы скрываем интерфейс и делаем фотографию. Ну, опять же, это я повторяюсь, когда у вас есть заказ. Фото сохранено. Ах, смотрите-ка, фотозадание выполнено. То есть считается, что оно когда-то у нас было взято и... Даже 15 тысяч мы получили. Очень интересно. Вот так вот, друзья. Поэтому я не знаю, буду ли я дальше продолжать серию. Еще, в принципе, есть часик или полтора до того, как это тестирование закроется. Может быть, если я найду что-нибудь интересное, что-нибудь, если вдруг я куплю себе, успею купить себе еще машинку туринг-кар, то, возможно, мы с вами попробуем сделать какой-нибудь заездик. Ну, а пока давайте я с вами попрощаюсь и скажу вам огромное спасибо всем, кто это видео посмотрел. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, друзья. Мы будем продолжать, естественно, гонки когда-нибудь. Возможно, первое крю. В коопе с Гиперборейским мы будем там периодически появляться. И может когда-нибудь, а возможно и довольно скоро, приобретем себе второй крю. Посмотрим, какой он выйдет в релизе и настолько ли все плохо, как мы видели в тестировании. Хотя, замечу вам общее, как сказать, мои впечатления довольно, как ни странно, довольно приятные. Несмотря на то, что здесь вот... сказать, графика подкачала, есть печальные моменты, но в принципе, мне кажется, игра получилась, и для любителей гонок это будет замечательное проведение времени. Еще раз огромное спасибо, друзья, всем, кто это видео посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока!